Самарская область была выбрана площадкой первой встречи членов президиума АВС не случайно. Из-за чемпионата мира по футболу регион превратится в одну большую стройку. Да и теперь здесь есть что показать. Будем предлагать нашим гостям, ректорам строительных вузов России и стран СНГ, посетить наши объекты. Во-первых, знаменитые, это такие, как Волжская ГЭС имени Ленина, сейчас называемая Жигулевская гидроэлектростанция. Это объекты застройки, такие как Крутые Ключи, какие-то другие объекты. 63-й регион является одним из ведущих в сфере строительства по стране. Здесь применяются новейшие технологии очистки сточных вод и получения строительных материалов из промышленных отходов. Ведутся постоянные исследования в области упрочнения металлоконструкций. Мы начинаем этот год с того, что собрались в Самаре. А еще нам предстоит, в июне мы собираемся в Архангельске, в Арктическом университете, а в сентябре это Владивосток, Федеральный Дальневосточный университет. Вот такая, видите, подвижническая работа такая идет. Мы работаем на отрасль, работаем на решение конкретных задач, вот, которые сегодня в нашей стране стоят в области строительства. Все рекомендации и предложения, составленные по итогам заседания Президиума Ассоциации, будут направлены в крупнейшие строительные и политехнические вузы страны, а также руководителям региональных профильных министерств. Иван Попов, Андрей Кривопалов. Новости губернии.